Сегодня тема бытовых отходов очень актуальна. В нашей стране в данной отрасли проделана масштабная работа, подписаны меморандумы с зарубежными странами. Так, в декабре 2016 года между Французским агентством развития и Республикой Узбекистан было заключено кредитное соглашение о грантовом финансировании инвестиционного проекта «Модернизация управления твердыми бытовыми отходами в городе Самарканде». Бюджет проекта и распределение средств превышает 37 миллионов евро. Более 23 миллионов в виде кредита выделяет французская сторона. Дополнительно финансируется грантом Европейского союза в размере 8 миллионов евро. Из госбюджета также выделено свыше 5 миллионов евро. В рамках совместного проекта в Самарканде был открыт офис группы реализации проекта Самаркандского государственного унитарного предприятия по утилизации отходов «Маракантобот». Инвестиционный проект на сегодняшний день разработан и утвержден зарубежными экспертами. В нем до мелочей описан весь маршрут утилизации бытового отхода, закуп дополнительной спецтехники и строительство заводов по переработке мусора. Одним из направлений группы реализации проекта является проведение среди учащихся школ семинаров с целью формирования культуры обращения с бытовыми отходами и охраны окружающей среды. Специалисты рассказывают школьникам об изменениях, произошедших за последние годы, работах, которые ведутся для улучшения качества работы предприятия. Также призывают молодежь активно участвовать в акции «Чистый город». Отдельное внимание уделяется проекту «Модернизация управления твердых бытовых отходов в городе Самарканде». На подобных мероприятиях школьники проявляют особый интерес в поддержании города в чистоте, активно участвуют на семинарах, задавая интересующие их вопросы. Кроме того, участвуют в конкурсах по сортировке мусора. Социально-познавательная кампания проводится не только в школах, но и в детских садах, вузах, махалях. Данная акция отдельное место заняла и в новогодней шоу-программе детского клуба «Альтаир». Являясь одним из спонсоров детских представлений, государственное унитарное предприятие «Маракантобот» провело конкурс на быструю и правильную сортировку бытовых отходов по небольшим контейнерам. Воодушевленные ребятишки, преследуя поставленную перед ними цель, активно взялись за дело. По завершению конкурса более смышленные получили подарки от спонсора. В системе обращения с бытовыми отходами города Самарканда произошли значительные улучшения, хотя по-прежнему можно выявить и некоторые проблемы. Недостаточное количество контейнеров для сбора бытовых отходов, низкая культура обращения с отходами со стороны потребителей. Жители часто размещают отходы в ненадлежащих местах, что ухудшает санитарное состояние города. Для жителей города важно понимать, что нельзя перекладывать ответственность за обращение с мусором только на предприятие. Если потребители научатся размещать бытовые отходы только в специально отведенные для этого контейнеры, а работники унитарного предприятия своевременно вывозить мусор, то наш прекрасный город непременно станет чистым.